решили побаловать себя, заехали в спа-сауна. А здесь различный комплекс, можно вдвоем. По деньгам, в принципе, если сама спа, то можно, в принципе, тут и дополнительно массажи различные, масляные и так далее, массажи. Сейчас мы проходим внутрь. Куда идти? С нами вот девушка, Таечка, сейчас покажет нам, расскажет, где что, как, зачем и почему. Здесь нам, скорее всего, сейчас предложат напитки. Сойка! А, ну здесь так ничего, хорошо. Здесь можно. Окей, окей, окей. Бассейн. Интересно, дальше что? Где-то, скорее всего, будет для нас комната отдельно. Пока. Так, ничего здесь. Аккуратно, чисто все, хорошо. Окей. Ну, я пошел переодеваться. Моя коморочка. Здесь я буду переодеваться. Ключик мне выдали. Увидимся скоро. Надеюсь, там разрешат внутри спить. Выдали мне вот такие вот интересные шарталетки. Сейчас здесь вот можно вот в этих бассейнах купаться, ковыряться. На заднем плане вот у нас душевые. А, вот душевые. И получается, там вот дальше у нас здесь плохо видно. А здесь вот пошли сауны. Сауна и стим. Варилка, видать. То есть тут уже... О, тоже вот выдали смешные трудельцы. Хотя выпало что-то. Это не могло. Ну что можно сказать? Здесь очень хорошее место. Я вам показал две парилки. Одна сухая, одна влажная. Но во влажной очень интересная консистенция воздуха. Там лежит выход пара, откуда идет. Лежит такая как форма какая-то определенная. И на ней различные нарубленные отростки какие-то, не знаю, пальма каких-то растений. И вот этот мощный пар водянистый с обалденно проникающим каким-то, не знаю, запахом и вкусом. И я даже не знаю, как это объяснить. Как-то, в общем, это неописуемо. Во-первых, когда ты идешь вдоль этого пара, он тебя обжигает. Если ты ложишься, то не так жарко. Но опять же, рукой махнул, и обжигает. И обжигает так классно. Вот лежишь там буквально минут 5, выходишь оттуда. И до сих пор пахнешь этими всеми травами. Чувствуешь, как легкие твои вот то ли очищают, то ли что, начинают ходить уже. Что там входить, если обхаркиваться. То есть я так понимаю, что это такое обалденное, классно, мне понравилось. И в принципе это все за двоих вышло 440 ватт. Еще помощи прохладительные напитки предложили. Будем отдыхать. Смотрю, люди подходят, переодеваются. То есть место, дать еще просто утро, к обеду дело. Но я так понимаю, что люди идут, значит, это, соответственно, место популярно. Ну, так, кадры там. Такая вот интересная вещь. Сюда заходишь и сразу просто увлекаешься от обилия. Вот смотрите, супер пара. Здесь всякие обрезки, смотрите. Пальмы всякие, корешки, парешки. Паром бьет в них. И все это поднимается. И вот то суп, то мьям ел. Вот этот привкус, когда тут... Как называется эта беда? Лимондрас, который вот здесь, и лимондрас есть. Его когда жили, вот этот, который вкус, вы помните, да, вот это ощущение, вот он тоже на тебя не сложится. Вот здесь такое парило. И просто капец, классно. Лежишь, балдеешь. У-ху! Вообще классно. Камера захотела, пора выносить. В общем, здесь специальная соль. Натираете себе ноги, можно в принципе все тело натирать солью, ну вот допустим, чтобы у вас жесткие ваши пяточки все поразъело, тем более здесь же все время пешком ходишь в сланцах, нагрузка идет на ноги, и потом отдаешь побольше парного
Возьми. Ну а русские обычно делают вот так. И теперь парим свои ножки. Здесь видите, от соли все разъедает постепенно. Потом где-то так минут 15-20 сидите, а потом уже выходите, смываете в душе и в бассейн. И сейчас такое, я не знаю, чувствую, нету, запах соли пошел. Классно, советую всем. Ощущения по спа процедурам, по баньке, по этой, по парилочке. Обалденно просто. Выяснил, тут с Таечкой познакомился. Тоже гостья пришла. Солью натираются полностью с ног до головы. Идут в парилку. Парилка есть сухая. Парилка есть, вот как я вам показывал ранее, с травами. Из тебя вот это когда соль, все бежит. Потеть начинаешь раза в два, в три сильнее. Кожа, вот, ну я не знаю, вы мне поверите, но видно, что она же такая вся... Она такая нежная-нежная стала. Просто как у младенца. Как попочка, наверное, у младенца. Не знаю, вообще прям нежнючая-нежнючая кожа. Ощущение просто кайфовое. И в конце вот угощает водичка, арбуз. Водичка фирменная. Льда побольше. Они лед любят, они его везде добавляют. И я вам честно скажу. Вот какие-то все прыщички на теле. Все это отшелушилось, отлетело. Здесь у них дополнительные есть процедуры. Там вплоть до того, что томатным соком тебя что-то там мажут. И камешки, там и массаж 4 руки. И вип-залы, вот они слева идут отдельно залы. То есть можете отдельно небольшой взять, побольше с парилочками также. Вип-залы именно. Если так процедура стоит, вот водичка, вот эта 20 бат идет с фруктами дополнительно, и 150 бат девушки, женщины, 250 мужчины. Ну, мужчина в два раза больше, поэтому практически в два раза дороже. Это я так уже шучу. И различные процедуры можно добавить. Мы здесь, честно сказать, получили огромное удовольствие. И планируем сюда уже прийти за более подробными процедурами. Здесь вот на заднем плане, видите, два немца, с ними две тайки. Не знаю, как сейчас по цене, раньше было 400 бат в день. Платите тайки, берете ее с собой, она вам вещи таскает, она вас водит, где вкусно покушать, везде скидки. Как с ней, она, ей деньги отдаете, она сама везде рассчитывается. То есть любые процедуры, любые вещи, любая еда, любые услуги, все идет как для тайки, то есть в два раза аккурат еще дешевле. Не знаю, как сейчас эта тема работает, не работает, но опять же, с тайцами тут и русских очень много, даже молодые ребята уже, кто, видать, опытные, приезжают, берут. Ну, там за отдельную плату, конечно, можете не только вещи таскать, но, по крайней мере, говорю, 400 бат в день, она вам, вас везде проведет, все покажет, и массаж вам еще сделает, и, говорю, и скидки будут сумасшедшие, в конечном итоге, за счет скидок вы даже выиграете, то, что вы 400 бат ей заплатите, это будут для вас минимальные потери. Сэкономите вы с ней за день, грубо говоря, там от 2 до 5 тысяч бат, все зависит от ваших расходов, от ваших желаний и так далее. В общем, приезжайте в Таиланд, отдыхайте, восстанавливайтесь, готовьтесь к тяжелым зимам. В принципе, и зимой можно ехать и отдыхать. Всем удачи, увидимся на канале, на моем канале. Пока что он молодой, юный, этот канал, еще года нет, но заставляет двигаться, заставляет шевелиться. Всем удачи. Подписываемся, ставим палец вверх. Красота, балдеж и кайф. Это все, что вы можете найти здесь.